Выпускники Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая академическая группа выпускников». О том, как проходил сам конкурс, расскажем далее. С 4 июня по 10 июля прошел широкомасштабный праздник для всех выпускников страны. Студенческий выпускной включал в себя ряд мероприятий. Онлайн-концерт, очно-деловую программу, онлайн-акции и флешмобы. Выпускной объединил студентов более 300 вузов. Конкурс «Лучшая академическая группа выпускников» позволил определить самую талантливую и дружную академическую группу. Он проводился в несколько этапов по двум номинациям – бакалавриат и специалитет магистратура. Выпускники Химического института имени Бутлерова Казанского университета стали победителями конкурса «Лучшая академическая группа старших курсов». Мы принимали участие в конкурсе «Лучшая академическая группа» в Казанском федеральном университете, так как мы стали победителями в номинации «Лучшая академическая группа» среди старших курсов. Мы победили, и нас отправили для участия в конкурсе «Лучшая академическая группа» на всероссийском уровне. Конкурс проводился в три этапа – отборочный, полуфинал и финал. На этапе отбора участники сняли видеовизитку о группе и прошли тест по истории России. Полуфинал был посвящен добровольчеству. Группа студентов из Казанского университета ездила в приют для животных в поселке Столбище. Туда они привезли корм и рабочие перчатки. Финал проводился в формате научного слэма. Ребятам необходимо было за 5 минут интересно рассказать о своих исследованиях. Всем очень понравилось, мы получили огромное количество положительных эмоций. Вообще, этот конкурс стал нашим дебютом в совместной работе, потому что все мы разные, каждый занимался в студенчестве своим любимым делом, и кто где преуспел, кто-то в творческой деятельности, кто-то в общественной, кто-то в научной. В общем, очень здорово, нам очень понравилось. По итогу конкурса ребята заняли 3-е место в номинации «Специалитет и магистратура» и выиграли поездку в Крым на творческий фестиваль «Таврида Арт», который пройдет в сентябре. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.